Приветище всем любителям хорошего звука. С вами Левчук Александр, канал Звукомания. Сегодня прекрасная погода, я нахожусь на ипподроме. И в этом видео я расскажу... Вега 110, либо 120. Внешне они различаются только стробоскопами. Там круглый, здесь квадрат. Вообще, вертушка Вега 110 и Вега 120... Это отличный вертак для начально-среднего уровня. Имеет хороший стол для своей категории цены. Проигрыватель Vega 110 когда-то комплектовался иглой в стандарте MF100. И советую, конечно, эту иглу поменять на что-то лучшее. Благо сейчас в интернет-барахолках и интернет-магазинов полно новых, хороших. Раньше все-таки делали хорошую технику с хорошими комплектующими, которую, впрочем, можно переделать. Не стоит принижать советскую технику. Когда-то делали отличные, хорошие вертаки. Пусть даже не с самыми аудиофильскими параметрами, но при наличии прямых рук вы получаете хорошее качество. Если вам понравилось данное видео, ставьте лайки. С вами обращаюсь. Пока-пока.